Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Ганеша, меня зовут Марина, и это новая распаковка бумажных сюрпризов. Сегодня я для вас приготовила одну новинку, это коллекция пончики для Миры. В этой коллекции 6 пончиков. Вот, посмотрите, 6 разных пакетиков, пончики с разной глазурью, вот такие вот красивые. Также хочу вас пригласить в свой телеграм-канал. Ссылка в описании, подписывайтесь, я вас всех там жду. Ну а сегодня мы будем выбирать пакетики по комментарию Софии. И давайте выбирать. Вопрос-ответ. Розовый пакетик с фиолетовой надписью. Смотрим. А вы не забывайте писать в комментариях, какие пакетики открыть в следующий раз. Здесь у нас сколько пакетиков осталось в этой коллекции? 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. 9 пакетиков. Из коллекции головоломка мы берем розовый шарик. У нас есть красный шарик, желтый, оранжевый, болотный, зеленый, розовый. Вот он у нас. У нас сегодня все розовое, да, будет. И голубенький. Такой вот синий-голубой. Дальше. Коллекция световые мечи из Звездных войнов. Мы берем пакетик граф Дуку. Вот он у нас. У нас остается Люк и Оби-Ван Кеноби. Коллекция «Как приручить дракона», «Драконьи яйца». Что мы берем? Мы берем пакетик номер 3. 1, 2, 3. Вот он у нас пакетик, убираем его. И в этой коллекции у нас остается 5 пакетиков, 5 яиц. Худи, новинка прошлого ролика. Это хрустящие пакетики, послушайте. Из этой коллекции мы выбираем фиолетовый пакетик. Зеленый, оранжевый, розовый, фиолетовый. И голубенький у нас здесь остается. Вот такие цвета у нас есть. И из новинки мы выбираем пятый пакетик. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такой вот пончик сегодня у нас с сердечками. Давайте открывать. Первым делом, что мы откроем? Куроми мы закончили. А вот первая коллекция у нас на сегодня вопрос-ответ. Где у нас этот пакетик? Вот он. Открываем. Вопрос. Каких блогеров ты смотришь? Я сейчас назову несколько каналов, которые я смотрю на постоянной основе. Ну, прям можно сказать, каждый день захожу и проверяю ролики. Опять же, не воспринимайте близко к сердцу эту информацию. Я абсолютно ровно отношусь к этим каналам, которые смотрю. Знаете, просто смотрю и все. Я не вступаю ни в какие фан-группы, ни в какие обсуждения. То есть вот просто смотрю и все, как телевизор, как развлекательные передачи. Значит, смотрите, дневник приемной мамы. Их я смотрю уже очень давно, более 6 лет. Так, дальше Вредина Лайф. Последнее время, я раньше особо ее не любила, но последнее время почему-то вот захожу, смотрю, что у них там происходит, какой трэш у них там происходит. Дальше Ксюша Аскет, тоже кто знает, тот знает, что это за канал, тоже бывает очень интересно посмотреть на то, как они там скитаются по Азии, посмеяться можно. Дальше «Жизнь на юге Англии», это канал женщины, русской женщины Галины, которая сейчас живет на юге Англии, ну, иногда рассказывает тоже о своих приключениях. Так, и, ну, Funny Four раньше я смотрела очень часто, но раньше они снимали влоги, сейчас они снимают только распаковки, и, честно говоря, распаковки мне смотреть вообще не интересно, где они сейчас своих не показывают, хотя изначально это канал семейный, да, детей сейчас на этом канале практически нет, соответственно, мне неинтересно стало смотреть. Поэтому я к ним захожу очень редко. Ну вот, это основные каналы, которые я смотрю последнее
время, на постоянной основе, скажем так. Конечно, есть еще множество каналов, которые бывают иногда проскальзывают в моей ленте, но вот это основные каналы. Так, давайте приклеим этот вопросик. А вы можете написать в комментариях, каких блогеров смотрите вы. Идем дальше. Давайте я сейчас открою вот так нормально. Световые мечи. У нас сегодня световой меч графа Дуку. Какой-то у него мудрёный меч, посмотрите. Вот такой вот. Какая у него рукоятка интересная. Не прямая, как у всех, а изогнутая. Головоломка. В прошлый раз нам попалась вот эта эмоция, и это страх. Давайте смотреть, что сегодня у нас. А вы готовьтесь писать комментарии, свои догадки. Потому что я сейчас не буду говорить, как зовут эту эмоцию. Большая эмоция. Ну вот, смотрите. Вот такая вот. Под номером 2. Немножечко они у нас друг на друге будут. Ну ничего, совсем немножечко. Пишите в комментариях, как зовут эту эмоцию. Как приручить дракона? У нас уже 2 дракоши есть. Давайте посмотрим 3-го. Кто у нас сегодня вылупится из яйца? О, красный такой, тоже очень такой свирепый. Он у нас под номером 5. Худи. Новинка прошлого ролика. Вот такая вот худи, ретро-худи нам попалась в прошлый раз. Что сегодня будет? Давайте посмотрим. Потому что все худи разные. Тут даже разные модели. Что-то зелененькое. Ну, просто такая вот зелененькая худи. Обычная, я бы даже сказала. Под номером 1. Идем дальше. И последняя коллекция на сегодня. Коллекция пончики. Новиночка. Вот у нас сами пончики. Ну, как вы поняли, уже в пакетике лежит глазурь. Глазурь везде разная. Давайте открывать. Вот здесь вот очень интересная глазурь. Я не буду вам говорить, что это. А вы... напишите в комментариях свои догадки, что вам напоминает вот этот рисунок, то есть в какой тематике будет у нас вот данный пончик, вот мы сейчас приклеим, под номером 2, да, в какой тематике у нас пончик под номером 2. Сразу скажу, это не покебол, это не покемоны, ничего подобного. Здесь какой-то персонаж изображен, вы должны написать какой. Сейчас мы аккуратно приклеим глазурь. Ну, вот такой вот у нас первый пончик, тематически, с персонажем. Каким, пиши в комментариях. На этом все. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите добрый комментарий. Также жду вас в своем телеграм-канале. Всем всего доброго, всем пока!